С наступлением сильных морозов количество людей, страдающих инфекционными простудными заболеваниями уха, горла и носа, резко возросло. А все из-за того, что многие из нас не носят зимние головные уборы или одеваются совсем не по погоде. О том, каким последствиям все это может привести, узнаем сегодня в программе. Многие из нас о себе плохо заботятся и практически не следят за своим здоровьем. А холодной зимой шанс заболеть достаточно высок. Поэтому нужно обязательно надевать шапки, шарфы и теплые вещи, чтобы защитить себя, свои уши, горло и нос. В связи, естественно, с холодами, конечно, очень большое количество простудных заболеваний. В первую очередь, конечно, страдают верхние дыхательные пути. То есть большое количество банальных ринитов, то есть острых насморков. У кого, допустим, имеется предрасположенность либо хронические заболевания, допустим, хронический синусит, в частности гаймориты, соответственно, эти заболевания обостряются. Сейчас очень большое количество пациентов с этой патологией. От мороза инфекции не защищены также нос и горло. Соответственно, заболевание верхних дыхательных путей может привести к различным острым респираторным инфекциям. Пострадать могут ваши бронхи и легкие. В данный момент количество обратившихся с острыми средними отитами всерьез увеличилось. В частности, ну это к нашей специальности уже меньше отношения имеет, и бронхолегочная система, конечно же, тоже очень страдает. То есть инфекция из верхних дыхательных путей, нос, горло, она, естественно, проникает и как бы в более низкие отделы дыхательной системы и очень часто обостряются либо острые заболевания бронхов легких. Незначительные, как казалось бы на первый взгляд, простудные заболевания не нужно запускать и думать, что само пройдет. Если вовремя не начать лечение, могут возникнуть более серьезные последствия. Допустим, заболевания уха, они, соответственно, чреваты, кроме вообще, в принципе, острых каких-то осложнений, возникших именно в результате воспаления, допустим, проникновения инфекции, в частности, может быть, и на оболочке головного мозга, то есть менингиты, абсцесс мозга и так далее. Но это как крайний вариант, скажем так. Это, ну, во-первых, допустим, со стороны уха это снижение слуха, которое может быть принципиально стать и постоянным, как бы. Со стороны носа это переход заболеваний острых, допустим, того же самого острого гайморита в хроническое состояние, если человек как бы не находится под контролем специалиста. Ну и, соответственно, по поводу заболеваний горла, принципиально как бы хронизации они, в общем-то, не склонны, но, тем не менее, могут достаточно длительно приносить большие неприятности. Если заболевание долго не проходит и никакие народные средства не помогают, нужно срочно обращаться к квалифицированной помощи врача. От самолечения нужно отказаться. Если со стороны уха вы почувствовали заложенность, снижение слуха особенно, болевые ощущения недостаточно выраженные, то, естественно, первый шаг – это визит к врачу. Далее, ну, со стороны носа, значит, если это обычный насморк, можно принципиально лечиться как бы домашними средствами, к которым вы привыкли. Если заболевание длится больше 5-7 дней, если оно начинает проявляться болью либо тяжестью в области лица, появляются гнойные выделения, снижается обоняние и заложенность носа усиливается, то это опять же очень вероятные признаки наличия уже воспаления в пазухах, и опять же нужно обращаться к врачу. Со стороны горла основные признаки, по которым желательно обращение к врачу, это высокая температура, во-первых, во-вторых, выраженная боль при глотании. Ну и при осмотре, даже самостоятельном, если присутствует налет на миндаль. Избежать таких заболеваний можно в том случае, если ваш иммунитет укреплен. А для этого нужно правильно питаться, избегать различных стрессовых ситуаций и в качестве профилактики пропить курс витаминов и противовирусных средств. Только проконсультируйтесь с врачом. Дорогие друзья, внимательно следите за своим здоровьем. Одевайтесь теплее и чаще смотрите на столбик термометра. В противном случае новогодние праздники придется провести на больничной койке. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. Пока!